Здравствуйте. Номер Ген на сцене. Легендарного клуба московского. Клуб Алексея Козлова. Представлю музыкантов. Сегодня с нами. Make some noise on the bass. Дмитрий Фомин. Дмитрий Фомин. На барабанах. Барабаны. Борис Ионов. Борис Ионов. Алексей Полубавкин. Гитара. Салман Абуев. Труба. Салман Абуев. Егор Шаманин, тенор-саксофон. Меня зовут Альберт Фокин, клавишный инструмент. У нас сегодня мало, но мы постараемся вместе получить удовольствие от музыки. Вот. Исполним три композиции. Сперва перед сюиты Джона Колтрейна. Композиции принадлежат авторству состава No Name Band. Мы иногда рассказываем, о чем они. Может, и сейчас тоже чуть-чуть расскажем. Вот. Первая композиция будет называться «Число Пи». Не знаю, насколько получилось привязать название к мелодии или к гармонии этой композиции. Некоторое что-то попытались туда вложить ощущение, что чего еще неизвестного, недоработанного, но глобального и приближенного к совершенству. Вторая композиция будет называться «I'm better than art». Я лучше, чем искусство. Это некий сарказм или размышление музыканта, который часто играет музыку, а не для передачи каких-то идей, чувств, эмоций, а чтобы просто насладиться собой со стороны, что наверняка тоже неплохо. И третья композиция будет «Мистери». «Мистери», «Мистерия», она написана под влиянием великого композитора русского Александра Николаевича Скрябина. Также под впечатлением работ госпожи Блаватской. Вот. Я думаю, если будет вам интересно, вы сможете информацию по названию найти. Немножко поиграем. Thank you.
Thank you.
Борис Ионов. Здравствуйте. Борис Ионов. Сейчас мы пригласить хотели бы на сцену прекрасную певицу, неподражаемую, космическую женщину. Галага. Большое вступление к свете Джона Колтрейна. Вот, это одно из сложнейших произведений в музыкальной джазовой литературе. И к нему немногие обращались и записывали его немного, помимо Колтрейна. Вот, произведение очень духовное. И, в принципе, это служба, которая перенесена была, именно церковная служба, которая перенесена была в звуки, вот все интонации и так далее, вы можете проследить. Они будут несколько похожи на тон, в котором обычно ведутся службы. Вот. Ну, она о Боге, о любви и о поиске человека, мира в душе и рая на земле. Джон Колтрейн, Алла Сутрим. Добрый вечер. Thank you.
Straight to the pit.
Thank you.
Пара силовых барабанов. Дмитрий Фомин, бас-гитара. Алексей Полубабкин, гитара. Егор Шаманин, саксофон. Егор Шаманин. Колбан Апуев, труба. Гала Га. Меня зовут Альберт Фокин. Спасибо всем огромное. Это был Алла Суприн. До скорой встречи. У нас осталось не так много концертов до декабря. Мы еще 3 концерта сыграем. Будет много новых сюрпризов и музыкантов, которые будут присутствовать на этих концертах. I love Supreme. Вот, помимо того, мы вас порадуем новыми темами. И прошу вас еще проголосовать за нас на сайте Made in New York Jazz Festival, если вам будет нетрудно. Вся информация у каждого есть на странице и из участников No Name Band. Будем вам очень благодарны, если вам, конечно, понравится ролик. Нам очень нужны ваши голоса. Спасибо огромное. Следующий концерт 31 октября. На этом же месте, надеюсь, нас будет больше, и мы будем стараться с вами медитировать, музицировать. Спасибо.